обращала внимание на себя, на свой внутренний мир, что у меня происходит. Было много новых открытий, разные задания были. Некоторые были для меня знакомы, но иногда ум винился, ой, я это все знаю, не хочется проходить. Но на самом деле, когда даже делаешь то, что уже делала, более осознанно, и это тоже определенный интересный опыт. За это время я ставила для себя разных много целей. Мы начинали с того, что ставили 100 целей перед собой или 100 желаний, для кого как это было. Вот. И выделяли 10 основных главных целей. Но могу сказать, что в течение всего этого периода я поняла, что это все не то, это не мое, это не мое. В конце мне, наверное, осталось несколько действительно настоящих моих целей, которые я за время марафона, может быть, не все успела реализовать, но сейчас я теперь знаю, к чему мне идти и что делать. У меня улучшились отношения с родителями, хотя они были хорошие, достаточно глубокие, мы близко общаемся, но в течение марафона вот появилось больше осознанности, благодарности, тепла в отношениях. Я не замужем, не могу сказать, как бы это было бы в семейной жизни, возможно, тоже какие-то были бы изменения. К сожалению, наверное, придется в следующий раз участвовать еще, когда уже смогу получить такой опыт. Но еще у меня появилось много друзей, новое общение. Вот я неспроста как бы вот так вот одета. У нас была Харинама. И вот с начала марафона у меня именно интенсивно началась эта вот жизнь с моими единомышленниками. И все лето прошло с песнями, с танцами. Я думаю, что марафон тоже мне в этом помог, что я смогла бы стать ближе к себе и позволить себе быть такой, какая я есть.